Всем здорово! Five Nights at Freddy's стала одной из самых популярных игр в жанре point and click, в которых мы играем за охранников, следим за камерами и даем злобным роботам или же аниматроникам добраться до нас. Фанаты этой серии игр не остались без внимания и решили сделать свою версию 5 ночей с Фредди. Об этих играх мы сейчас и поговорим. Представляю, 10 пародий на Five Nights at Freddy's. Десятое место у нас занимает Five Nights at Pingas. Какая-то непонятная, ну и забавная пародия. Сразу после 2 минут игры хочется сказать, что курил разработчик. В этой игре главный из всех злодеев можно отменить персонажа Пингас, напоминающих доктора Эггмана из нашего все любимого мультфильма Sonic. Но тем не менее, игра очень позабавила меня. Поэтому я ей ставлю 10 место. Девятое место у нас занимает Five Nights at Thomas. Многим знакомый нам мультик про паровозика Томаса, который показывают на знакомом канале Карусель. В этой игре у нас нет возможности посмотреть на камеры, поэтому нам надо чисто сидеть и постоянно подкидывать в печку уголь, чтобы мы смогли запирать двери и светить фонариком в проход. При этом спасается тем самым от злобного Томаса и его друзей. Но если же энергия кончится и Томас стоит в этом проходе, поверьте, мало вам не покажется. Поэтому 9 место. Восьмое место у нас занимает Find Clyde Knight, то есть 5 распавшихся ночей. В этой игре все три здания из трех частей Five Nights at Freddy's, 2 пиццерии и 1 аттракцион ужасов объединили вместе. Заодно объединили и аниматроников, и лишь один объединенный аниматроник за нами и будет охотиться. Спасаешься лишь одевая на себя маску и проигрывая музыку, которую издает Фредди, когда у нас кончается энергия из первой части FNAF. Также часто можно заметить в игре золотого медведя, который может выпрыгнуть на нас, лишь напугая. Игра особенно мрачна из-за музыки, которая играет в игре на заднем фоне. На седьмом месте у нас Fazbear Nightmare, где в этой игре нам дают возможность походить по пиццерии из первой части FNAF. Также дают нам в руки фотоаппарат, который может заметить марионетку, желающую нас убить или сделать с нами очень плохие вещи. Мы играем за следователя, чтобы узнать, куда пропал Майк Шмидт, главный герой первой части FNAF. Игра давит атмосферой и особенно пугает звуки, которые издает марионетка. Только интересно, откуда она взялась? Five Nights at Candy's у нас на шестом месте. По истории этой игры у Фредди Фазбера появляется пиццерия-конкурент, что потом из-за этого пиццерия Фазбера разоряется и его закрывают. В этой игре вместо Фредди за нами будут охотиться котик Сахарок и его дружки. Игра, тем не менее, сделана в 3D, что это сразу радует глаз. У нас предоставлено 3 выхода, 2 двери и 1 окно посередине, из-за которых аниматроники нас могут достать. Поэтому ей заслужено 6 место. Пятое место у нас занимает Five Nights at Chumbucket. Что сразу у нас бросается в глаза, так это сама графика игры. Игра сделана на Unreal Engine. В этой игре нам попадаются персонажи из мультсериала Губка Гоп Поп «Квадратные штаны». Судя по названию заведения, мы находимся у Планктона, который так желает украсть форму у мистера Крабса. Тем не менее, персонажи тоже желают убить нас и схавать. И, наверное, потому что мы играем за Планктона. Кто его знает? Может быть, мы играем как раз за него. У нас также есть одна функция в камерах. Это, конечно, следить за этажами. Переходим к следующей пародии.
Четвертое место занимает русская пародия «5 на честь пулеметчикам». В этой игре нам объясняет Вон Гай, что мы застряли на базе красных, и нам нужно выжить до утра. Еще своевременно красные себя как-то странно ведут. Мы здесь видим генератор, который нужно заряжать, чтобы не кончился энергия, и заводить шкатулку в комнате шпиона. Спасаясь, одевая маску, как мы делали это во второй части FNAF. Поэтому заслуженное четвертое место. Online and Flambis, или же по-русски «Одна ночь Showtime Balltime», занимает третье место в нашем топе. Мы оказываемся совершенно в незнакомом месте, и потом, собственно, сообщает нам сам Showtime по телефону, что хочет поиграть с нами в игру. Проиграем, значит умираем. Правила просты. По бокам мы видим двери, с помощью которых мы сможем защищаться. С каждым часом к нам будут приходить новые монстры. Игра удобна и современно очень радует глаз. Заслуженно ставим ее на третье место. Второе место у нас занимает Fine Nine in Anime. Игра полностью повторяет геймплей первой части FNAF, однако здесь добавлены немного другие ништячки. Что бросается в глаза, так это сами аниматроники с большими синими глазами. А игра очень веселая и очень забавная, несмотря на то, что она пошлая, да и сама она очень приятная, на мой взгляд, совсем не пугая нас. Даже если здесь умереть, то вырастет желание повторить это снова. Игра для тех, кто любит пошалить. Поэтому второе место. И первое место у нас занимает, на мой взгляд, лучшая пародия под названием Five Nights at Wario. Игра тоже повторяет геймплей из первой части FNAF, однако сделанная тут все своеобразно. Справа закрываешь окно, слева закрываешь дверь. Мы будем противостоять персонажам из мира Марио. Главным здесь персонажем будет считаться брат Варио, противоположность Марио, то есть его злая сторона, делающие гадости и прочие злые штуки со своим братом Валуиджи. Здесь же с каждой ночи к нам будет присоединяться новый персонаж, жаждущего убить нас и оторвать нам голову. Мы работаем на заброшенной фабрике и следим за порядком. По слухам, здесь работали два брата, и это Варио и Валуиджи, которые пропали без вести. Тем не менее, игра очень атмосферная, и каждый звук — это звук приближающего к нам монстра. Поэтому заслуженное ей первое место. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, поставь лайк. Если здесь впервые, подпишись на канал. Всем удачи и всем пока!